не одобряю, но уважаю этот выбор. Так можно сказать. Сам факт этот все равно, он повергает человека в шок, как бы там ни было, я не знаю. Конечно, у меня был протест со временем, уже смирился, привык к этому, что она там. Главное, я думаю, что для человека это исполнить волю Божию.